Мої вітання глядачам телеканалу «Рада». В ефірі програма «Власний погляд». Сьогодні тема нашої розмови – це відпочинок по-італійськи, зокрема, спа по-італійськи, чим так славетна ця країна. У нашій студії гостя – регіональний директор італійських курортів групи «Еліганзія» в країнах Східного партнерства Наталі Гур'єва. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас також, Олександре. Що ж це за така група «Еліганзія» і які курорти до неї входять, які ви представляєте? Я представляю удивительные курорты, знаменитые в мире. Это курорт Форте-Вилледж, который расположен на юге Сардинии, и курорт Кастел-Монастера, который находится в Тоскане. Они оба входят в группу «Еліганзія Hotels & Spa». А щоб зрозуміти, що таке відпочинок по-італійськи, от які враження у вас з'являються, коли ви згадуєте про цю країну? Вы знаете, можно сказать двумя словами, наверное. Это «Дольче Вита». Это сладкая жизнь, это отдых, который будет наполнен радостью и счастьем с момента, наверное, вашей посадки в самолет и с момента мечты об отдыхе. Все в Италии, и еда, и море, и природа, архитектурные памятники, возможность проведения активного отдыха. Все предполагает к тому, что ваша душа будет просто спевати. А що переважає в італійській культурі відпочинку? Це більш який все ж таки відпочинок? Релакс, це активний відпочинок? Чи вона включає в себе абсолютно все? Ви знаєте, я думаю, що включає абсолютно все, і є завжди вибір. И каждый выбирает отдых по себе. Для кого-то в этом стремительном ритме современной жизни отдых является просто возможностью расслабиться где-то на берегу с книжкой, пролежать или просидеть, в гамаке или в лежаке. Для кого-то отдых невозможен без того, чтобы всей семьей собраться в поход, в трекинг, пройти, посмотреть какие-то новые места, или сесть за спортивные велосипеды, или заняться гольфом, плаванием. То есть в Италии возможность выбора колоссальная. Здесь точно так же, как и возможность выбора, например, предпочтений в кулинарии. Вы можете просто кушать в пиццерии или в бистро, а можете пойти в элегантный, роскошный ресторан гурме, где будет для вас готовить повар. Здесь будет такая итальянская особливость. Вы знаете, это точно есть особенность. Это какой-то вот действительно сладкая жизнь, в которую, если ты попадаешь в этот поток, ты его чувствуешь, и ты вот итальянцы умеют наслаждаться жизнью. Они умеют наслаждаться каждой секундной, каждой минутой. И они, я обращаю внимание на то, что они умеют жить здесь и сейчас. Если они работают, они посвящают время работе. Но если уже они отдыхают, значит, это время, которое они выделяют для отдыха, будет посвящено отдыху. И будет посвящено отдыху именно в том стиле, который каждый конкретно предпочитает. От сьогодні хотілося б приділити особливу увагу такому відпочинку, як спа. Ви дійсно сказали, що Італія, вона дивовижна усім, і природою, і культурою, і пам'ятками архітектури, історії. А от що таке спа-відпочинок у Італії? У чому його особливості? Да, Олександр, существує ціла школа итальянская, например, таласотерапии, она отличает... Что такое таласотерапия? Да, таласотерапия – это терапия морем, скажем так. Таласотерапия известна еще с древнего мира, еще в 450 году. Еврипид говорил, что море способно излечить все болезни. Мы знаем о том, что состав крови очень близок к составу морской воды. И ну, если говорить о женском взгляде, например, на море, Коко Шанель еще говорила, что у моря разглаживаются все морщины на душе. Вот, итальянская школа таласотерапии предполагает использование природных факторов. Например, если мы говорим о курорте Форте-Вилледж, это природа роскошного ботанического сада. Это натуральные сосновые на юге Сардинии. На пивне Сардинии. Биля Средиземного моря, так? Так, у нас свой роскошный песчаный пляж.
То есть это природные факторы комплекса состоят в том, что с одной стороны это Средиземное море, это белоснежный песок, это морская вода, естественно, это натуральный сосновый бор и ботанический сад, в котором более 2000 растений. Это гряда гор, которая закрывает курорт с севера, не позволяя северным ветрам дуть, скажем, или где-то мешать с погодой, наоборот, температура и воды, и воздуха на пару градусов всегда теплее. Таласотерапия представлена у нас в Таласо дель Форте СПА. То есть это огромный комплекс Таласо СПА тоже на территории курорта под открытым небом. Наверное, сердцем этого центра является Таласо-маршрут или маршрут из 6 бассейнов, в котором основа является вода такой концентрации соли, как в Мертвом море. И в нее добавляются алоэ вера, соли натрия, соли кальция в бассейны. Так. Формула запатентирована Миланским университетом с доктором Анджело Черино. Мы работаем с 1992 года. Добавляются и разные температуры вода, от теплой до прохладной, и разный состав воды, от олея мара на вид такой очень непрезентабельный, но очень полезный. А что означает маршрут? Треба відвідати за якоюсь процедурою усі ці басейни? Да, в течение полутора часов нужно пройти полностью этот маршрут, побывав в каждом из бассейнов 10-15 минут или 20 минут, все расписано, везде стоят часы, и вы почувствуете уже даже после первого раза, вы почувствуете, ну, самое основное, наверное, это равновесие или баланс. Будет у вас такое впечатление, что вот вы на какое-то время раз и вот так вот пришли в баланс, то есть у вас само собой отпадут все какие-то, возможно, беспокоящие вас моменты, стабилизируют. Гармония с собой, гармония. С природой. Да, Александр. Если это... навіть вашей розмови, я это відчуваю. Да. Это самое главное, на что нацелена таласотерапия и на что нацелена именно итальянская школа таласотерапии, именно на приобретение равновесия, баланса между душой и телом. Потому что у нас все взаимосвязано. Если мы не будем заботиться о своем теле, значит, будет страдать душа. Поэтому нужно обязательно находить время для этого отдыха именно в СПА, в Таласо СПА. Итальянцы знают, как это делать, и этой культуре уже очень много-много лет. Здесь же можно пройти и заняться фитнес-СПА. То есть у нас работает такая установка. Если честно, я на ней еще не занималась, но слышала очень хорошие отзывы. Вилам называется. То есть это в бассейне с такой же сильной концентрацией соли можно заниматься физическими упражнениями. Суть в том, что когда вы на этой установке Вилам, все суставы расслаблены, то есть нет нагрузки на суставы, и, соответственно, тело может заниматься физическими нагрузками и очень хорошо реагирует на такие нагрузки, на такие тренировки. Мы все знаем о том, что физически человек, вернее, человек создан для движения, а в наш век гиподинамии, к сожалению, просто занятие спортом – это must-do, говоря на английском языке, или мы должны, или не то, что должны, а сейчас становится модным заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, следить за собой. Это модно, это престижно, а в Таласо СПА Форте Вілледж знают, как это. Я так розумію, що от такі СПА-процедури, вони мають дивовижний лікувальний ефект. Так. Так, с этого года, вернее, с прошлого года мы сотрудничаем с Вилла Стюарт. Это единственная частная медицинская клиника, которая аккредитована ФИФА. Она знаменита своими ортопедическими исследованиями и возможностью восстановления, особенно после ортопедических болезней. У нас восстанавливают свои силы и спортсмены. Такие же процедуры можно, кстати, пройти и на курорте Кастел-Монастера, который находится в Тоскане. Кастел-Монастера не находится на море, но Тоскана – это то место, которое… Там природа, ландшафты, мабуть, особливі ще є.
Александр, попадая туда просто, ну вот честно, вам не захочется включить ни телефон, ни планшет, ни компьютер, ну, по крайней мере, на какое-то время. Это виноградники, это холмы, это поля. Это комплекс, который Кастел Монастера, это бывший монастырь XI века. То есть попадая туда, да, здесь нет шести бассейнов, нет таласа маршрута, но есть один бассейн, в котором точно так же находится Олио Мара, и здесь работает профессор Калабрезе, который предлагает свои также программы эксклюзивные по снижению веса, по ревитализации, по детоксу. И можно пройти такие программы от 3 дней, 5, 7 дней. То есть и также процедуры, представленные медицинского спа, очень серьезные, стоит оборудование лазерное. То есть и в Форте-Вилледж, и в Кастел-Монастыре можно заняться и медицинскими процедурами, если есть такая необходимость. Но, конечно, основной упор делается на профилактику, я бы так сказала, профилактику, wellness, вот здоровый образ жизни, активные занятия спортом в той или иной степени. Конечно, итальянская школа таласотерапии за мягкие подходы. Здесь нет агрессивных подходов, то есть вас никто ни в коем случае не заставит сразу какие-то делать, знаете, такие кардинальные диеты или изменения, нет. Здесь, то есть, мягко, и профессора, доктора будут вести с вами диалог, давать вам консультацию. Ведь чего-то бажание, да, бажание прослушивать, что необходимо организму. И ведь очень важно, что в таласотерапии, что через поры организм забирает то количество полезных веществ, которое именно ему необходимо, ни больше, ни меньше. Может быть, за счет этого также достигается вот этот баланс, о котором говорю. А чи властиве для оцих курортів, які ви представляєте, поняття великого сезону? Чи є час, коли найкраще відвідувати? Отличний вопрос, Олександр, спасибо. Да, є поняття високого сезону. Самий високий сезон, якщо говорити о Сардинії, це июль-август, коли наибольшее количество и гостей долгожданных. Это связано с морем, мабуть, найтепліше. Вы знаете, да, я скажу по правде, что температура воды самая комфортная на Сардинии, на юге Сардинии будет в июле, в августе и в сентябре. В сентябре, конечно, бархатный сезон, хотя купаются еще и в октябре. Мы в октябре, кстати, проводим соревнования по триатлону международные во второй раз. И очень важно, вы знаете, мы идем за потребностями, за желаниями, пожеланиями своих гостей. Очень часто звучали даже требования гостей о возможности приехать зимой и провести свой таласа отдых на курорте. Мы не могли дать такую возможность, потому что отель сезонный, он закрывался зимой. Теперь с этого года, с 2015 года у нас будет такая возможность, запланированы серьезные инвестиции, и таласа спа будет накрываться куполом с тем, чтобы мог остановиться гость Вилла Дель Парка, которая входит, кстати, в Leading Hotels of the World, и пройти программы, насладиться таласа спа и зимой. Отель Кастел Монастыра сезонный. Здесь высокий сезон, скорее весна, начало лета, потом осень, конец августа, сентябрь. Хотя и в августе тоже очень много отдыхающих, гостей. В июле сейчас, кстати, приезжают очень многие на концерт Бочелли 20 июля. Например, 16 августа пройдет палео в Сиене, знаменитые скачки. Сиена находится в 15 километрах от Кастел Монастера. Так что сезонность присутствует. Но я бы сказала о том, что очень здорово приезжать в низкий сезон. Знаете почему? Потому что еще больше становишься наедине с природой. Если говорить о Форте-Вилледж, то попадаешь в ботанический сад, то есть это комфортная погода, это бархатная. Еще лето, там и в январе бывает, кстати, плюс 18. Еще лето – это воздух, это теплая вода, это возможность вот побыть наедине с собой и с природой. Это очень важно. Вот, в Кастел-Монастыре
Монастыра тоже очень красиво. Осень сама по себе роскошна, эти краски, которые переливаются. И вот этот отдых вне сезон, скажем, возможность перевести дыхание, как я говорю, дает потом заряд на очень активный, на активную жизнь и достижение своих целей поставленных и в жизни, и в бизнесе, и в работе, и в учебе. А що ви можете сказати про те, що ваші клієнти, вони є постійними, вони повертаються? От чому люди, чому так їх приваблює спа-процедури у ваших комплексах, що вони повертаються знову і знову? Вы знаете, Саша, спасибо за этот вопрос. Я буквально вот шла в студию, получила обратную связь от одного из наших агентов, который сейчас вот Forte Village стала счастливее на две семьи, которая по каким-то причинам выбрала другой отдых на севере острова. Приехав туда, они сравнили, достаточно было часа побыть на другом курорте, чтобы понять, что потеряно или может быть потеряно. Они вернулись, они сказали на Forte Village, они сказали те же слова, которые мы все говорим и которые мы знаем. Гости возвращаются к людям. То есть вот и Forte Village, и Castle Monastero – это прежде всего команда. Это наше руководство, это наш менеджмент, это и господин Джанотти, и Манио Кристиани, это Паулу, Анжелу, Луана, Габрика, всех могу перечислять. Это команда, это люди, которые любят свое дело. И вы знаете, об этом говорят гости. Натали, приезжая к вам, мы понимаем, что если коллега говорит «добрый день», «бонджорно», он имеет это в виду. То есть он не говорит, знаете, как «привет» для галочки, так сказано по стандартам, нет. Они имеют это в виду. И вот эта семья, которая вернулась, вернее, две семьи, просто, ну, честно скажу, потрясены были тем, что когда они только въехали на ресепшн, их узнали все, их назвали по имени, детей назвали по имени. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что ваш отпуск пройдет вот в этой позитивной энергетике, что вы получите заряд позитивный от природы, от моря, от растений и от людей. Как это важно в наше время, вот этот вот заряд позитива и человеческого общения, когда к тебе и, скажем, обслуживать, да, будут по-итальянски, то есть это будет с душой, это будет в стиле Dolce Vita, и на наших курортах нет слова «нет». Я вам дуже дякую за цю розмову. Дійсно, це дуже, дуже важливо в теперішніх умовах і для українців відчувати цю людяність, цей комфорт. Тому я вам бажаю дуже шаленого розвитку вашої діяльності. І, мабуть, буде дуже гарно, якщо більше українців зможуть відвідувати ці курорти. 100% я іскренні цього желаю. Ми дуже чекаємо українських гостей. У нас дуже багато постійних гостей. Ми скучаємо, коли не приїжджають вони. Понимаємо причини, по яким... причины, по которым отпуск, возможно, откладывается. Но поверьте, мы ждем, и мы уверены в том, что они к нам приедут. Дякую вам. Мы ждем. Спасибо вам, Александр. Глядачам нагадую, що гостею студії «Власний погляд» була регіональний директор італійських курортів групи «Еліганзія» в країнах Східного партнерства Наталі Гур'єва. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.